Утро кочки. День начинается не с кофе. Там у нас подсолнечник. Так вот остатки. Сегодня наберу новую порцию. Значит, что я сделал? Последние яйца, которые лежали под хвостом, я переместил в центр. И вот эти яйца, которые лежали с этой стороны, переместил в центр. Там одно яйцо отсюда, одно яйцо отсюда. Так, это у нас тут куры решили заняться спортом. Вот так вот мы занимаемся спортом. Спортлайф. Кочка не желает делиться. Придерживает ногой посудину для себя. Вот так вот она ее прямо аж чуть ли не за крыло потянула. Вот так вот за клюв, да? За клюв получила. Куда свои это? Рыло суешь. Ну, в общем, дальше я переместил яички против часовой стрелки. Ну, лучше, конечно, по часовой стрелке. В данном случае против часовой. Переместил, чтобы те, что были в районе хвоста и крыльев. Где-то на 90 градусов. Сдвинул. Так, 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 так. Тебе хватит. Хватит с тебя. Иди, 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 иди отсюда. Иди, иди. Иди. Так, чтобы температурный режим был одинаков. Потому что я считаю, под грудкой у курицы это одна температура, а под крыльями это совершенно другая. Ну, в районе хвоста третья, а вот, допустим, там, где шея, то четвертая. Это курица не умеет накрывать шеей, шейными перьями. Я ее называю жабо. Поэтому необходимо немножко перемещать сами яйца. Когда курица, квочка, заходит в гнездо, она сначала проходит, разворачивается обычно лицом, это почему-то боком, вот так вот садится, или вот так садится, или вот так, редко вот так. Обычно садится лицом сюда, к выходу, и затем начинает погружать лапы сквозь яйца, чтобы стать на основании гнезда. И подгребает одновременно яйца со стороны. Выпрыгнула. Сейчас пойдем за кочкой. Вот это специальная штука. Сделана, чтобы приучить кур к тому, что будут цыплята. Чтобы цыплята не повыскакивали первые 2-3 недели. Так, вон кочка вышла в район. Абрикос. Она немножко копает, разминает ноги. Скорее всего, что она просто так гребется. Ничего она не ищет. Может, найдет
червячка, но это вряд ли. Сейчас засуха. Все дождевые черви уже. Так что это, ну, ушли в глубину. Вот она разрывает лопухи. А затем бежит вот туда, к ямке, под абрикосой. И купается. Это обязательно. Какое-то время она, в общем, копает. Или делает вид, что копает. Ну, это необходимо сделать каждой кочке. Видно, что у нее зоб полный. То есть она наелась. Постепенно подготовлю этот участок под выгул цыплят. Вот она уже зашла в яму, ее любимую песчаную ванну. И будет принимать ее сейчас несколько минут. Это тоже необходимое задание. Распорядок, мацион. Посыпает голову пеплом. Вернее, трет головой о песок, чтобы тереть с той стороны. Меня она почти не боится. Есть такие, что боятся. Но обычно, когда квочки, если с ними аккуратно вести, с ними аккуратно это, то они перестают бояться человека. Все нужно делать аккуратно, последовательно и медленно. Сейчас она что-то выскочила раньше, чем необходимо. Она еще пыль не стряхивала. Вот, стряхивает пыль. Маловато получилось. Сейчас должна сходить в туалет. Ну, это обычное дело. Кричат, когда машет крыльями. Чухается немножко. Постепенно надо будет пройти вдоль ограждений. И где сетка от земли вверх торчит, или где щели какие, их надо будет позатыкать, позакрывать, позакладывать, чтобы цыплята не выскочили. Они любят соваться во все щели, даже в самые узкие протискиваться. Ну, такой у них защитный, скажем так, элемент. Это она смотрит, купаться или не купаться. Так, сходила в туалет большому. Сейчас я покажу. Это обязательно. Оно очень вонючее. Очень вонючее. Прямо аж глаза выедает. Защиту я убрал, чтобы она не потерялась.
Сейчас еще немножко перекусит. Картошечки. Очень любит мелкую картошку. Из-за того, что картошка в мундирах. И уже начинает заходить в гнездо. Что-то левая лапа. Левая лапа назад. Непонятно почему. А, вот что. Вот что у нас произошло. Тут у нас образовалась живая очередь. Или вторая квочка. Вот она, видно, натягивает эти потихонечку, помаленечку в гнездо. Сено вышла посмотреть, что у меня в руках. Эх, ты растяпа, потеряла очередь в гнездо. И заходит сначала передом, потом разворачивается, естественно, ходит по яйцам. Поэтому, когда подкладываете яйца, обязательно следите, чтобы скорлупа была крепкая. Курица не может не пройтись по яйцам, потому что их очень много. Это не одно, два. Тут именно 15 штук. Вчера я одно удалил. Вот она уже подгребает, видно. Вот ноги погружает в глубину, а крыльями подгребает. Сейчас она слабовато подгребает. И необходимо помочь. По крайней мере, вот это крыло, которое на улице, обязательно надо помогать. Потому что тут торчит. Сейчас я покажу, как я это делаю. Вот так надо взять крыло. Вон уже какая-то заляпала какашками. Так, спереди взять крыло, там, где оно сгибается. Эти яйца, что торчат, надо подпихнуть под нее. Вот там торчало в районе шеи. Обычно куры, они, когда видят яйца, они смотрят налево-направо и сами под себя клювом подсовывают те, что спереди. Это так не умеет. Поэтому необходимо следить. Иначе в такую прохладную погоду они быстро остынут. А это не очень хорошо. В первые дни, может быть, это и можно допускать. Но вот начиная где-то с 4-5 дня, это я бы не рекомендовал. Арсений Селезнев, Зверобой. Вот такое утро у нас с курицей начинается. Квочкой. Ну и всякими там помощницами. Мамины помощницы, которые сначала получают, которых дергают за косы. Что-то взяла и на себя кинула эту веточку. Мечтает тоже создать ячейку общества. Эти у нас сейчас доедают все, что осталось со вчерашнего дня. Видно, что они не голодные. Но от чего-нибудь сладкого не отказались. Попкорн, например. Или семки. Они бы съели с большим удовольствием. Все, успокоилась, да?
Вот где-то 15 минут необходимо, чтобы клочка прогулялась, быстренько прошвырнулась по всем своим местам. То есть она перекусила, я ее подкормил отдельно, вот тут стояла посудина. Потом она поела там картошки, немножко набила зоб себе, попила воды, выскочила на улицу, погреблась. Вот, хочет тоже, переступает, чтобы она не выросла, да? Не переступай, бы она вырастет. Посмотрим. Ну, это не страшно, если заходит еще одна курица. Тем более она младшая по званию и выходит. Вот, подгребает кочка в это время. И когда она подгребает под себя, одновременно яйца переворачиваются. Будет нестись, или тоже хочет высиживать. Особо тут мест, конечно, нет. Тут одно гнездо. Ну, до 4 кур у меня было, что куры это несли яйца в одной, в одном гнезде. И ну, как бы, были еще свободные места. У меня 6 гнезд в соседнем помещении. Так что, в принципе, это не страшно. Прошлась по спине. Подровняла этот. Ну-ну-ну-ну. Отгребает. Опять по спине прошлась. Ну, так как кочка у нас старше по званию, она била вот эту, то, в принципе, не страшно. Хай заходит. А так, если младше по статусу, то необходимо загораживать, отгораживать ее. Вот опять выходит. Да что ж такое, она проходной двор устроила тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Арсений Селезнев Зверобой. Обращайте внимание с утра, особенно как питается ваша кочка, ходит ли она в туалет и принимает ли ванны песчаные. Что она кушает? Она обязательно должна хорошо перекусить, сходить в туалет. Даже, может быть, 2-3 раза сходить в туалет или попытаться, по крайней мере, чтобы не нагадить там, в гнезде. Ну и остальные куры, чтобы ей не особо мешали. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!